Командир, этот совет наций был собран перед лицом инопланетной угрозы, чтобы согласовать запуск проекта XCOM. Вы были избраны на пост руководителя проекта. Именно вам предстоит возглавить нашу первую и последнюю линию обороны. Ваши действия окажут влияние на будущее всей планеты. Призываем вас ни на секунду не забывать об этом. Удачи, командир. Ладно. Я надеюсь, что это... Блин, звука, короче, вначале не было. Я все это проболтал. Опять пустую. И я надеюсь, хоть сейчас он записывается. Так, Африка. Африка, Африка. Я в прошлый раз был в Европе. Сейчас я буду в Азии. Да. Австралия отправила уже несколько запросов о помощи, значит, летим туда. По данным радиоперехвата, в одном крупном городе уже несколько... Так, извините, мне это надо... Штурм 1, ответьте центру. Так, в зоне высадки огонь по... Эх, игра вылетела, мать ее, зона. Эх, ну, блин, я исправил проблему, так, вспомнив то, что такая же была у меня в прошлом году, когда вышел Battlefield 3. Я не мог нарадоваться, что... А? Чего-то мало. Когда я не мог нарадоваться, что меня будут выпрыгнуть. Сейчас... Сейчас произошло примерно то же самое. Но, вспомнив прошлый опыт,
то, как я справлялся в прошлый раз. Я все-таки решил проблему. Я надеюсь, что я ее решил, потому что... Потому что все очень печально, на самом деле, выглядит. Ну... Черт! Промазал! Ни хрена много здоровья, 4 штуки. Нет, 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 нет! А, черт! Блин! Это уже какие-то никакие ворота не катят. You don't kill me. No! Блин! Чё они не мажут? Я мажу, они нет. Я понимаю, режим всё-таки такой, не очень такой, не очень приятный режим игры, но всё-таки как-то слишком много косорукости среди своих. Не знаю, я боюсь посмотреть. Это рывок будет или что? Нет, это рывок, а в этом подключке. Но понеслась! Паникующее такое чувство. Я сейчас сдохну. Не оставляет меня. Если что, я кину мне гранату. Черт, не видишь? И ты не видишь. Да ну тебе. Ты же этот. Ты должен видеть. Слепец. Тридцать пять. Что у вас с меткостью, ребят? Я вроде гранату кинул. Три урона, это пипец. Нет, дальше, дальше, дальше. Нет. Я понимаю, режим такой, все такое, но... Вот это тут! Метка 60. Не, это ладно. Сейчас сводка о бойце. Где тут сводка о бойце? О бойце. Метка снегу. Я и забыл. Я и забыл о бойце. Метка 55. Удивительно. А вот у этого парня... Я понял. Все играет из этого штук. Да, у нас у меня самый точный вот этот метр. Ты. Не дотягиваешь? Ты тоже не дотягиваешься? Че, да? Бери. Давай. Снял его. Yes. Похоже, оружие самоуничтожается, когда умирает его владелец. Вот. Найдите хоть какие-то осколки от него. Вдруг это поможет понять, как работают их устройства. Я чувствую, мы заходим в эту миссию. Вот, точно, 5. Их больше здоровья стало. Нет. По нашему сектору ведут плотный огонь. Он же не попал по машине, что он нагрелось. Твою мать, у этого уже повышено все. Нужно папаны у нас. Попал, зараза! Помощь! Спасите! Злобный суслик. Убил его, бойца. Фактически. Блин, вот это убийство, это практически базовый вариант. Все? Этот полуживой тут. Вот этот он сдохнет, машинка тут горит. О, я отбежал, а тут все, горящая машина. Что за позиция такая? Никуда не убежит. Еще карта такая неприятная попалась. Карта плохая. Все плохое, все, без заказа. Нет. Все. Минус 2. Прекрасное начало. Я ожидал, что все так и будет. Все начнется и закончится. Скорее всего, в одной серии. Первый контакт. Неудачный. Почему это рывок? Ну, ему вот туда. Вообрази. Честно. Я под огнем!
два бойца, один из которых ранен. Фактически смертельно. А тут там еще посмотрите, тварь, которая фапает на всех. Любитель пофапать. Что там? Что происходит? Неужели это опять та самая штука, которая не позволяет хорошо играть? У нас очень-очень большая проблема. 20%. Командовали больше урона. До 4. То есть мы его точно не убьем. Четыре — это критическое попадание. Браво! Восемь, все, минус один. Прощай! Играл бы я на таком. Потому что после. Обычный после вот этой. Вот это уровень сложность такая, кажется. Черт, легкий. Если он меня не убьет, то я того игра гранатами закидаю. Я просто закидаю гранатами. Просто закидаю гранату. Нет. Вот так вот. У нас дай. Лови! Ложись! Нет, 40, 56. 60% нет есть. Я не буду рисковать. Я просто кину в него гранаты. Ура! Да, рискну и все. Объясните вашим бойцам, что взрывать всех пришельцев подряд совершенно не обязательно. Это, конечно, весело, но взрывчатка уничтожает все тонкие технологии, которые нам так нужны. Я, конечно, не настаиваю, но все-таки. Очень весело взрывать. Так. Не все. К бою готов! Я встал на огонь, ничего так. К бою готов! Они еще... Что это было? Нечисть заходит, но к нам еще и стыдло. Дело пахнет керосином. Точно не отобьемся. Вот если двое, то шансы есть. У нас будут шансы, если будет двое. Мой тактический гений порой. Что это за звук?
Внимание, вижу противника. Почему ж удачное начало игры? Это просто прекрасно. Я не знаю, что делать. Не знаю, что делать. Да, уже не у бойцов. С бойцами все нормально. Это у меня уже паника. Конкретно, я боюсь. Правда, боюсь просто. Так как оружие носит, хрен знает какой урон. Бойцы делают, блин, черт знает что. Я боюсь, реально боюсь. Я не хочу ничего. И не говорите мне то, что я, что я вообще сегодня лучше не согласен. Это все неправда. Бежим. Очень хороший режим, который подавляет абсолютно все. Ух! Батюшки мои. В принципе, иногда что-то нам не упрощают. Черт, вообще никого не понял. Серьезно. Одного ХП не добил. Эти гады его сейчас обязательно еще через забор пройдут. Вот это магазин полный, блин, а у кого все на выстрел? Ну, пожалуйста. Серьезно. Ну не издеваюсь, смотрите, не ждут, пока у меня патроны кончатся. Что это было? А ты что, пока патроны кончились? Не шанс, не шанс того, что я был. Ну, маленький. Kill them. Прыгался. Нужны боеприпасы. Неужели мы? У меня начинает зарождаться надежда. Гранат есть? Начинает зарождаться надежда. А теперь в бой. Сделаем. Они перестроили через забор. Слышали? Я боюсь, ну это. Так не так. Или они все еще за. Не, это уже территория. Я на все еще считаю. Боюсь. Не хочу туда идти. Я, пожалуй, поставлю уже и готов. Поэтому будет прийти. Можно начинать! Считаю. Пора рисовать звездочки. Так. Кажется, мы здесь не одни. Ситуация становится все лучше и лучше. Но я могу как-то обломать всю мою игру одним ходом. Поэтому я продолжу находиться на этом месте. Что за чертовщина? Здесь уже было сделано два убийства. Или вот сюда. Не. Это то, что одно хп, два хп, это роли не играет. Они все равно, так сказать, волки ходячие. Плазма-пистолет наносит вроде бы 3 урона. Эй, это гнида, слышите? Это шастает и ждет, пока я приду к нему. Наверняка сидит в боеготовности, и специально делает. Заманивает. Я сижу, а я тут сижу, мне тут хорошо.
Так. Я сижу. Если он начнет на нас нападать, то он двоих не заметит. Или два. Он приближается к краю. Там что-то есть! Слышали? Не, он один. Он один. Их не может быть два. Нет, это невозможно. Возможно, он сначала был здесь, а потом... Противник открыл огонь! Вы молодцы, штурм один. В лаборатории все готово. Ждем вашего сигнала. Только скажите, и мы сразу начнем работу с новыми предметами. Мы были бы очень близки, правда. У нас появились два ветерана, которые, скорее всего, будут следующие операции. Черт. Заказывай побольше себе этих новичков. И сразу же на их произвести исследование. Тяжелые боевые платформы. Добро пожаловать в штаб XCOM. Я офицер управления Брэдфорд. У меня две задачи. Контролировать полевые операции и держать вас в курсе событий. Я постараюсь вас лишний раз не отвлекать, чтобы вы могли сосредоточиться на самом важном. Кстати, в казармах есть солдат, который ждет повышения. Это как раз по вашей части. Ну и на этом я, пожалуй, закончу. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Надеюсь, это видео. Никто этого не ожидал. Цельным. Это был один из лучших экипажей. Прощай. Мы ничего не могли сделать. Убито 6, 7 круто. О, снайпер, я отказал, что это не командиру XCOM просит.